Меня зовут Вуевская Елена. Я представляю компанию «Gemalto», мирового лидера цифровой безопасности. Мы в России находимся с 2005 года. Компания «Gemalto» представляет два бизнес-юнита в России. Это Mobile Telecom и Secure Transaction, это банкинг. Я представляю, руковожу продажами банковских карт и различных инновационных сервисов в России. Журналом «Класс» мы работаем давно и являемся партнерами. И каждая конференция «Класс» – это достаточно яркое событие. Очень много банков собираются, очень много потенциальных клиентов, существующих клиентов. Это возможность встретиться с друзьями, с партнерами, с клиентами, которым мы оказываем услуги и готовы в будущем также оказывать много интересных сервисов и услуг. Год назад компания «Gemalto» приняла решение о выходе на прямые продажи, более близко быть к нашим банкам, к российским банкам. И я так думаю, что после данного форума мы станем более ближе к нашим клиентам, будет возможность уже не просто работать через партнеров, да, что они знают, что «Gemalto», окей, поставляет чипы, поставляет какие-то технологии, а «Gemalto» готова предоставлять сервисы, предоставлять банковские карты, предоставлять бесконтактные банковские карты, за которыми будущее не подвело ожидания. Лично для меня очень интересна тема prepaid карт. Я узнала о них чуть меньше года назад. На самом деле вижу большой интерес банков и самого основного рынка в этих картах. Сокращается время, народ все время куда-то спешит, да, не нужно думать о том, что так, в офис банка заполняем заявление, счет, еще что-то. Ну и что, что на карточке есть мое имя? Сейчас это ничего, и prepaid карты, платежный инструмент, который всегда с тобой в кармане, который можно приобрести в любом практически мерчанте в будущем, да, если банки начнут распространять эти карты, это очень удобно из-за скорости и сокращения времени на такие вот какие-то операционные дела человека для того, чтобы у него было возможности для другого время использовать.